Добрый вечер, друзья. Как давно говорил мастер слова, житель Петербурга, приятель Курюхина Анатолий Белкин, что по музею нужно ходить очень быстро и стараться не смотреть на произведение, чтобы какой-нибудь упырь или вурдалак тебя случайно не ухватил, стараться идти по коридорам быстро и никуда не смотреть. Также я старался не смотреть на происходящее в российской оппозиции, а на прекрасных людей, моих коллег и товарищей, которые увлеклись самым простым, чем можно только увлечься. Это не алкоголь. Это битва друг с другом. И я принял тяжелое, хотя нет, решение вывести себя за рамки контура российской оппозиции на время, пока все мои прекрасные коллеги, друзья не вернутся к фокусу, не сфокусируются на борьбе с кровавым, чудовищным, позорящим нас всех путинским режимом. Вот. Я буду летать снаружи всех измерений, наблюдать за этим со стороны, так же, как Белкин ходил по музеям, стараться не смотреть. Вот. И я считаю, что в оппозиции очень много симпатичных людей, но мне кажется, что никто не отражает дух чаяния, вообще вот то, что реально российский народ хочет, мы никто не понимаем. На самом деле это могут понимать только те, кто остался в России. И я считаю, что самый яркий представитель, он вот воплощение той России, которую действительно всех хотят, это, безусловно, Николай Анатольевич Василенко. Добрый день, друзья. Уже день, уже 2 часа дня. Улыбайтесь. У нас уже традиционное с вами приветствие улыбкой. Человек, праздник, человек позитив. Вот. Он воплощение мечты. Во-первых, он, безусловно, успешный бизнесмен, предприниматель, у которого все получилось. Он очень ухоженный мужчина, красивый. Он очень спокойный. Он, не знаю, от него прям веет теплом. Осень или весна, или ночь на дворе. Это очень классно. Вот. И я считаю, что он и является абсолютной мечтой российского народа. Это он то, как мы все хотели. Вот помните, был электрический Ереван, и там была такая фраза, не помню, как это звучит на армянском, «Россия для грустных». Вот. И господин Василенко полностью просто намазывает на этот тезис, намазывает на том, что испечен теплый лавандовый хлеб, вот, перед тем, как положить сверху крупный белужьей икры, вот этот вот самый тезис. С ним Россия будет для веселых и позитивных. Представляете себе, господин Василенко, войну? Я не представляю. Безусловно, ни о какой войне, мобилизации никакого не может быть. Представляете его в новостях. Вот сейчас, что там, там Путин говорит, эти танчики, там какие-то там ракеты, ядерный пепел. А здесь вот этого ничего не будет. Представляете, вы включаете Первый канал и говорите, такой хороший день. Такой хороший. Вот что нужно. Мы все просто не поняли, что нужно, что от нас хотели. А нужно вот этого. Люди хотят тишины, спокойствия, позитива, а не вот этого всего. Не вот этой вот, не между межвидовой борьбы, не между страновой борьбы. Люди хотят, чтобы все было хорошо, чтобы дома было много цветов, книги, чтобы звучала музыка. Чтобы ты был даже сзади, несмотря на то, что медленно едешь по любимому городу, ты был пристегнут для пущей безопасности. Он лучик
света просто между Сциллой, Харибдой, властью и, не знаю, Востоком и Западом, властью и, прости господи, оппозицией, между там, между всем. Это, вот он воплощение той самой прекрасной России, даже не будущего, а настоящего, потому что так можно жить прямо сейчас. И в этом весь цимис. Мы просто все не поняли. А вся наша оппозиционная история убилась о камни из-за полного отсутствия вообще какой-либо фантазии, из-за, ну, какого-то видения. Вот, мы сегодня весь день гуляли по Барселоне, вот здесь у людей было фантазии, видение в какой-то момент, пока левые силы не сделали все, чтобы они отучились работать, и очень сильно мешают, безусловно, развитию. Вот, а здесь, безусловно, это, ну, он капиталист, причем не такой, как у Битструпа, такой с палкой или нагайкой или с чем-то еще, а очень мягкий и теплый. Я уверен, что жаждущих, страждущих накормит и больного вылечит, и поцелует, и обогреет. А всем одиноким обеспечит по второй половине, а всем жаждущим по хлебам. Вот. Он классный. Мне кажется, задумайтесь серьезно, подпишитесь, послушайте его, посмотрите. Вот тот же человек, который идет к реке, он все равно агрессивен, там все равно чувствуется вот этот внутренний какой-то надлом, что он уже понял истину, но у него еще есть стадия принятия, она еще не прошла, а здесь все уже прошло. Здесь, видимо, были какие-то неприятные, может быть, моменты в нулевых, пока делался бизнес и все. А потом произошла тот самый баланс, та самая гармония, он ее поймал. Мы все не поймали, а он поймал. И это очень круто. А мое искреннее большое уважение – это то, как нужно себя вести в период любых кошмаров. Как пел Макаревич, излюбленный способ решать проблемы, как будто их нет, и во всем видеть солнечный свет. Это очень-очень круто. Я под большим впечатлением и предлагаю всем нам сплотиться вокруг него и взять лучшее, что есть. И вот этот позитив начать ретранслировать по всей стране. Вот, и тогда среди снегов зацветут ромашки у нас, через асфальт полезут одуванчики, солнце будет снова ярче, щеки кислее, женщины более бодипозитивные, как в детстве. Наверное... Вот представьте себе, что вот просто такое происходит в каждом доме, где нет домашнего насилия, нет преследования каких-то там, не знаю, инакомыслящих или каких-то там людей с неправильной, по их мнению, там верой или ориентацией, каких-то претензий территориальных или еще прочих. Этого ничего нет. Есть солнце, небо, это бесконечная голубая даль, эти нивы, и по ним желтые нивы, голубое небо, и по ним красные комбайны идут. И веселые девушки возвращаются назад с песнями и большими крынками молока. Не жизнь, а сорочинская ярмарка. Мне кажется, национальная идея. Вот помните, Сурков искал национальную идею? Там суверенная демократия, там вот это вот все, глубинный народ. Потом они решили, что он слишком сложный, и идея это просто война. Очень классно всех объединить, моча страну, которая вдруг показалась слабой.
А этого всего на самом деле абсолютно не нужно. Когда есть вот такое внутреннее счастье, внутренний свет, отраженный, что там в воде, в небесах, в земле, в красивых зданиях. Подумайте, зачем нам вот эти вот все склоки и прочее? Давайте вместе просто возьмемся за руки и споем. Таган. У нас тучи. Ну, помните, как я вам говорил, что там над тучами есть солнце. И наша улыбка – это как солнце над тучами. Пускай ваша улыбка прорывается сквозь ваши неприятности, сквозь ваши невзгоды, туда, к солнцу. Улыбка помогает. Улыбка помогает нам жить. Хорошего дня. Улыбайтесь. Улыбайтесь чаще себе, человеку рядом, ближнему. Ближний нас – это не только наш. Это не только тот человек, который родственник или друг. Близкий человек – это тот, который рядом с нами сейчас находится. Улыбайтесь. Живите улыбкой. Улыбка помогает. Помогает однозначно. Хорошего дня, друзья. Хорошего дня.